Команда КВН «Унисекс» — единственная команда, которая играет с другом. Что? Простите, я вышел так, чисто уточниться. Как вы поняли, друг — это я, и как не понял я, что вы сейчас собирались делать вообще? What's up, man? This is Super Pooper Dance School, and this Super Pooper Pooper Super Dance. Витя, не поняла. И я ни черта не понял, что это такое, кто ты придумал вообще? Ну я. Я вообще-то 10 лет танцами занималась. Эля, капуэро — это не танцы! Кстати, друзья, вы еще не знаете, это Эвелина. Эвелину строго судить нельзя, ее строго судил судья. Дважды. Ребята, я вчера суп из черепахи ела. И как? Из тарелки лучше. Ха! Где ты это берешь? Артмозайка, 95-й год, там жюрьевусы такие вообще. Да! До свидания. Девочки. Вы понимаете, это же просто убить. Убирайся, я сказал! Отсюда это куда? Ты что, дурная, что ли, я не могу понять? Так а ну ты сюда! Дурацкие привычки, ушла, я сказал! Чё вы на меня смотрите? Меня, между прочим, братья на игру провожали. У нас так заведено ходить. Девочки, а вам не кажется, что моя фраза «нам нужно завтра взорвать Черниговский зал»? Воспринято вами как-то чересчур буквально. Демон! Ребята, бегите! Я вас спасу, вы не прийдете, вы не представляете, какая это опасность! О, Наргиз, привет! А где демон? Демон! Вы знаете, девочки, сейчас, прямо сейчас, перед всей этой аудиторией у меня был самый худший секс в жизни. В смысле? В смысле, мне хочется покурить и вас не видеть вообще. Я пошел курить. Да, некурящий Витька закурил. Но и не такое бывает. Существуют еще идиоты, которые приглашают нашу Элечку на свидание. И в честь такого выдающегося случая она решила купить себе платье в бутике. Алло, гараж! Алло, это не гараж, это бутик! Я здесь! А, здравствуйте! Мне надо платье! Ну, я могу вам предложить Dior, Louis Vuitton, Chanel... А что ты мне слова предлагаешь? Мне платье надо! Сейчас покажу! А вот, коктейльное платье! А есть что покрепче? А? Ну, водочное, коньячное, портвишковое на крайняк. Нет. Давай дальше, я градус не понижаю. Не, ну я, конечно, крещеная, но в монастырь пока не собираюсь. Что это? Это вечернее платье. На вечернюю службу? Дай, давай, давай. А это что за циркачество? Я цирк с детства ненавижу, а клоунов это как-то... Боитесь? И вообще мне надо что-то красивое. Ну, я сегодня занята. Я про платье. Я раздеваться не буду. Ну, ты тупая, позови кого-нибудь старшего.
Да-да. Мне надо что-то красивое. Ой, я сейчас занята. Ты что, ты все-таки дура тупая? Так стоп! Встали! Хорошо, встали, спасибо. Знаете, вот я покурил, кстати, я не курю. Девочки, сказали, что я не курю? Спасибо. Но это на всякий случай, мало кому-то пригодится, что я не курю. Вот. Я за кулисами прочитал отзыв о нашей прошлой игре и решил исправить несправедливость. Мала, иди сюда. Что ты хочешь? Убей меня. Ведь я не могу. Я несовершеннолетняя, меня не посадят, а это не авторитетно. Я понял. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Значит, это я украл украденный тобой iPhone 4S. Как пришло, так ушло. Хорошо. Это я рассказал твоей сестре, что ты фанат «Сумерок», а в последней серии Эдвард Карен такой няшка. О, ах ты скотина, это ты рассказал, меня неделю лошили. Я понял, недостаточно, да? Это я уговорил твою маму назвать твоего котенка не Пейнкиллер, а Мурзик. За что? Ты же сам просил. Спасибо, знаю. О, я умираю, девочки. Вить, ты чего? Я умираю. А, продолжай. Вот, блин. Что я хотел показать этой шикарной актерской игрой? Что в нашей команде играют не только девочки. Понял, Илья? Команда КВН «Унисекс». Команда КВН «Унисекс». Единственная команда, которая играет с другом. Спасибо.